информация была подана устрашающе. И люди до сих пор не могут от этого отойти. Страхи бывают разные, но самые противные – социальные. Я боюсь, что отношение к таким, как я, не изменится. Болеть стыдно, потому что подобный диагноз имеют неприличные люди. Если ты болен, значит, виновен по умолчанию. Когда-нибудь я сочиню роман на 80%.